Друзья, на месте бывшего кинотеатра «Казахстан». Такое-то монументальное строительство идет. Сейчас мы посмотрим, что здесь строится. А строится довольно-таки интересная штука. Высокий забор. Замыление. Какие вот дела. Думаю, красота, которая будет на этом месте. Вместе старого заброшенного Казахстана. Который стоял. Здание пустовало уже где-то лет 15, наверное. И это Казахстан, жилой комплекс. Современные подъезды, фонтаны. Покупайте недвижимость побыстрее, пока не раскупили. Здесь там большой котлован уже строится. Здесь метут. Вот смотрите, что будет. Такое-то огромное жилое здание будет. С кинотеатрами 3D Max. Более 400 посадочных мест. Так вот, кратенько вам покажу. Заглянем в территорию. Всего доброго.